Господь Виталий с Израилем, пупочная грыжа, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа соверши чудо, чудо Твоего исцеления от этой пупочной грыжи. Именем Иисуса Христа я обращаюсь к Тебе, часть кишки в районе пупка, которая вышла за пределы. Во имя Иисуса Христа и давит на кожу и болит. Во имя Иисуса Христа, пупочная грыжа, слушай мое повеление. Я тебе приказываю. Меня слушай, я сказал. Я тебе приказываю. Прямо сейчас, когда Виталий положил свою руку на эту грыжу, под его рукой эта грыжа, уйди назад в брюшину. Уйди назад, сказал брюшину. Прямо с поверхности, где ты выпираешь, уйди из-под его руки. Пусть он даже ощутит и увидит это. Уйди, говорю, назад. А сверху сетка, которая держит всю брюшину, не позволяет ей вывалиться никуда, ни в какой части живота. Покрой немедленно, я сказал, немедленно, немедленно. Закрой эту брешь. Закрой эту брешь, дабы грыжа больше выйти не могла. Закрой крепко, крепко сеточкой, которая есть во всей брюшине. Во имя Иисуса Христа, пупочная грыжа из живота Виталия из Израиля исчезни, исчезни, исчезни и больше не проявляйся. Для славы Божьей. Аминь.